И прокомментировали работы по благоустройству улицы Ленина. Горожане жалуются, что там на пешеходных дорожках снимают старую брусчатку, а новую укладывать не спешат. Сейчас согласована раскладка брусчатки и определены графики поставки материала. Напомню, что завод по производству тротуарной плитки был запущен в Сосновоборске с опозданием. Именно его продукция пойдет на благоустройство центральных улиц. Ранее в мэрии уже рассказывали, что именно из-за этой задержки сроки укладки брусчатки сдвигаются, и ко дню города подрядчики не успевают переложить плитку на проспекте Мира. К подрядчикам с улицы Ленина у чиновников претензий пока нет. Пока нареканий по укладке и скорости работ не было. Есть вопросы к обустройству в плане как бы техническом оснащении при производстве работ. Есть ряд предписаний, направленных на подрядчика. Он их устраняет, то есть как предъявляет фотографии. В том числе и за счет общественных контролеров и СМИ мы стараемся как бы вникать в этот вопрос. Объем большой, протяженность участка продолжительная, плотность застройки населения очень высока, поэтому понятно, что идут и обращения очень часто, стараемся реагировать.